последнему уроке по алгебре от мальчишки, сидящего близко. Вдруг приходит, скрываясь под партами, сероглазой девчонке записка: «Приходи в кино, я тебя буду ждать. Не придешь, все равно я тебя буду ждать. Приходи ровно в семь, пусть и дождь, и темно. Это ж новое совсем, это ж новое совсем хорошее кино». Но напрасно с билетами синими простоял возле клуба мальчишка. И опять той девчонке вот именно на уроке приходит записка: «Приходи в кино, я тебя буду ждать. Не придешь, все равно я тебя буду ждать. Приходи ровно в семь, пусть и дождь, и темно. Это ж новое совсем, это ж новое совсем хорошее кино». Я не знаю, чем это закончится, может быть, все начнется сначала. Но мне хочется, ох, как мне хочется, чтобы в сердце мальчишки стучало: «Приходи в кино, я тебя буду ждать. Не придешь, все равно я тебя буду ждать. Приходи ровно в семь, пусть и дождь, и темно. Это ж новое совсем, это ж новое совсем хорошее кино». Приходи в кино, я тебя буду ждать. Не придешь, все равно я тебя буду ждать. Приходи ровно в семь, пусть и дождь, и темно. Это ж новое совсем, это ж новое совсем хорошее кино.